Проблема опасных отходов у Сулихимпрома намного глубже и масштабнее, чем предполагалось изначально. Причем в прямом смысле слова. Территория загрязнения существенно превышает площадь самого бывшего предприятия. Такие данные привел федеральный экологический оператор, который и занимается ликвидацией отходов. Еще в 2021 году специалисты провели инженерные изыскания. По их результатам выявлено, что грунт под закрытым заводом на целых 15 метров в глубину загрязнен тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Получается, и площадь проведения работ, куда входит сама площадка, шламонакопитель, очистные сооружения с иловыми картами, а также свалка твердых бытовых отходов, существенно увеличится. Порядка 20 квадратных километров. Поэтому ликвидировать опасное наследство будут поэтапно. Сначала специалисты хотят извлечь из почвы чрезвычайно опасные грунты и переработать их отдельно. После очистить грунтовые воды под площадкой. Затем на земле появится рекультивационный слой. Он позволит сократить внешнее воздействие загрязненных почв на окружающую среду.